Сотрудниками полиции в рамках оперативно-профилактических мероприятий пресечены три факта незаконной транспортировки и хранения алкогольной продукции. 15 апреля при выезде из Кызыла в сторону Эрзина у мужчины было изъято 88 коробок с алкогольной продукцией, более 1500 бутылок. В этот же день на стационарном посту Шевелых сотрудники ДПС изъяли 12 канистр емкостью 10 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью и около 3500 бутылок водки. Третий факт был выявлен в Кызыле. Так, в общей сложности полицейскими было изъято более 5 тонн алкогольной и спиртосодержащей жидкости без федеральных специальных марок. По данным фактам проводятся проверки, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения. Кроме того, в период с 9 по 15 апреля сотрудниками полиции было проверено 15 торговых точек, выявлена и пресечена деятельность 5 так называемых адресов, в которых осуществлялась незаконная продажа алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости. По результатам проведенных проверок в отношении граждан, допустивших нарушение антиалкогольного законодательства, составлено 13 административных протоколов. Мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов незаконного оборота спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции на территории республики, проводятся сотрудниками полиции на постоянной основе и будут продолжены.